Не заметить и не услышать машину скорой помощи, которая мчится спасать пациентов, практически невозможно. Тем не менее, подобные отговорки самые популярные среди нарушителей. Сотрудники ГИБДД и журналисты отправились в рейд вместе с медиками, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. По словам водителей спецмашин, горожане зачастую ведут себя по-хамски. Едешь с сигналами, то есть начинают обгонять машину, то есть перед тобой встают, и ты уже не можешь проехать светофор, потому что стоит машина, которая тебя обгоняла до того просто-напросто. Хотя видит, едет, что скорая помощь, сигналами едет все. Вот. Очень часто такое бывает. Так получилось и на этот раз. Водитель такси, находившийся на пересечении Новосадовой и Советской армии, увидел автомобиль скорой помощи со специальными световыми и звуковыми сигналами. Сначала мужчина остановился, но затем решил двигаться дальше и создал помеху машине медиков. Ну а почему тогда машину со спецсигналами? Стоял здесь скорый. Далеко был же. Причем далеко, вы скорость не пропустили. И я постоянно пропущу ее. По словам полицейских, из-за нарушителей страдают не только пациенты, для которых каждая секунда может стоить жизни, но и водители, пассажиры, а также врачи. За 8 месяцев текущего года с автомобилями скорой помощи было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, и в которых пострадало 8 человек. Получили различные повреждения различной степени тяжести. Автомобилисты, которые не пропускают машины скорой помощи, рискуют расстаться с водительскими правами на срок от 3 месяцев до года. Кроме того, нарушители привлекают к административной ответственности и штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.